В Актюбинской области зарегистрировано еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. По результатам диагностического исследования, диагноз COVID-19 у 2 мужчин города Актюбе 32 и 34 лет и у жителей Мугалжарского района 50 лет. Все они контактные ранее заболевших вахтовых работников, которые приехали из Атырауской области. Заболевшие находились в карантинном стационаре. Анализы подтвердили коронавирусную инфекцию. Все пациенты госпитализированы в областной инфекционный стационар. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится соответствующее лечение согласно утвержденного протокола лечения. Все лица, контактировавшие с зараженными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся эпидемиологические расследования, проведены дезинфекционные мероприятия. По состоянию на 5 апреля в Актюбинской области выявлены 163 человека с инфекцией COVID-19.